Более 350 пловцов в возрасте от 12 до 16 лет проверяют свое мастерство на водных дорожках Брестского областного центра Олимпийского резерва по водным видам спорта. 18 команд из городов Беларуси и Украины собрались на международный турнир, чтобы и себя показать, и на других посмотреть. Соревнования это традиционные. Мы решили их провести, так сказать, два соревнования одновременно, потому что через месяц уже будут серьезные республиканские соревнования, Олимпийские дни молодежи, которые пройдут в Пинске. То есть мы решили провести, как я уже сказал, два соревнования одновременно, параллельно. График международных соревнований по плаванию насыщенный, поэтому сразу после напутственных слов организаторов начались соревнования. В первый день турнира участие принимали юноши и девушки двух возрастных категорий от 12-13 лет до 15-16. Каждый из участников старался показать свой лучший результат, потому как турнир является отборочным этапом к Олимпийским дням молодежи. Я занимаюсь плаванием с 3 класса. Начал я заниматься из-за моего старшего брата, он был, можно сказать, для меня как кумиром. Сейчас он уже, конечно, перестал плавать, но благодаря нему я тоже начал этим заниматься. Конечно, есть над чем поработать, технику надо подработать, ну и, наверное, все. А вообще проплыл неплохо. Спортсмены соревнуются в нескольких дисциплинах – брас, бутерфляй, на спине, вольный стиль и комплексное плавание. Дистанции всего 6 – от 50 метров до 1500. Закончится международный турнир по плаванию 22 февраля. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ».